еще раз большое спасибо, что пришли. Это был Киев Биг Бэнд. Итак, спасибо. Я хотел бы представить каждого музыканта, потому что каждый из них уже очень много чего достиг. Итак, начнем с сокровенной группы саксофонов, которая сегодня невероятно блистала своими звучащими звуками. Павел Кулик. Баритон саксофон. Мой товарищ с моего родного города, 17-й квартал, Виктор П. Павелко. Невероятное звучание этого саксофониста. Я мог бы дальше продолжить, если бы мог. Просто скажу, Артем Менделенко, альт-саксофон, лидер группы саксофонов. Этот седой, невероятно говорящий товарищ, который... Не буду говорить много, просто Дмитрий Бобин Александров, супер-саксофонист. Опять-таки, очень скромный, но очень жаркий на теноре, просто огонь, пламя, Григорий Паршин. Григорий Пламя Паршин. Перейдем непосредственно от саксофонов к моим друзьям теперь. Это Кирилл Бархат Погудин на тромбоне. Человек, отец, у которого сегодня у дочери день рождения, это Александр Чаркин, невероятный супер-тамбалист. А также мой друг, коллега, товарищ, односельчанин, однополчанин тоже, да, это... Денис Ефременко, Денис Ефременко, бас-тромбон. Ну и самые родные для меня ребята, которые просто мы рядом стоим на самом деле. Ну и не только. Это Александр Телепнев, Александр Телепнев. И также... Мальчик, который сегодня показал себе достойно в сфере бип-попа, ворвался на джазовую сцену. Теперь всем нам будет очень легко. Гроза четвертого этажа, Дед Сидор, Сергей Сидоренко. Ребята, ребята, которые работают без пауз обычно, когда идет концерт биг-бенд, у нас, видите, ребята сидят, говорят, расслабляются, а вот тут ребята, которые никогда не расслабляются. Очень-очень напряженные ребята. Итак, Алексей Саранчин, фортепиано. Злой с виду, но добрый в душе. Александр Емец, контрабас. И этот мужчина тоже очень искрометный, технический, технологический, Павел Галицкий. И очень музыкальный. Павел Галицкий, барабаны. Меня зовут Денис Адур. Спасибо большое, что пришли еще раз. Все это называется Денис Аду Биг Бэнд. Спасибо. We'll be right back.
Видите?